Здорово, ковбои! Сегодня мы будем с вами на стороне либо шерифов, либо бандюганов. Ну а кто из них сильнее, покажет наша перестрелка. Кто кого передрявит, делаем ставочки. Ну что я вам могу сказать, я играю сейчас за бандюганов, и по этому поводу я психую, потому что у меня отобрали кипарик, очари и избрили бороду, дали вместо этого револьвер и какую-то шляпу вонючую. Чё-то мой револьвер какой-то вялый. Опачки, перестрелочка уже где-то. А ну идите все сюда. Где вы там стреляетесь? Ну чё ты там мучаешься, столько выстрелов, а результата никакого. А я сам не лучше. Опачки! Звук как будто по кастрюле попал. Еще по одной кастрюлечке заехал. Лесенка платная! Ха-ха! Пока живем, хорошее начало, а у шерифов там, наверное, пуканище разносит, паникуют. Эй, Арсен! Чё? Засни, какой у меня пистолет! Какой у тебя там пистолет? Чё-то как-то наверху скучновато, пойдем-ка спустимся. Шерифчики, где вы? Ку-ку, опачки! Лови в кастрюлю! Отведай борща! Чё, промазал? Ну вот, борща не будет. А кто это у нас там зашкерился, а? Лови в глазунью! Эй, ты чё такой дерзкий-то, а? Слышь, ты чё такая дерзкая, а? А? Ну всё, мыща моя будет ужасна. Ты засранец! Всё, ты сейчас из своих сапогов вылетишь. А? Тихо-тихо, главное не спугнуть. Аза-за-за-за. Еще один. Аза-за-за-за. Третий. О, вот я корюха. Но ничего-ничего, сейчас мы это дело поправим. Аза-за-за-за-за. Мы что тут с вами в пряточки играем, а? А ну вылазьте. Хова. Да такого не может быть, я первый выстрелил. Жизнь боль, когда два победителя. В данном случае два дохлых победителя. Байла. Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Пришло время зайти в трактир и немного передохнуть, поиграть на фортепиано. А также мы приличненько поднакопили купюр, поэтому предлагаю купить нам здоровый контейнер. Вот такой вот. Интересно, что ж там в таком здоровом контейнере может нам попасть? Да вы прикалываетесь, только револьверы. А как же там, я не знаю, шляпы, ну кобура наконец. Ну или лошадь, ну как же ковбой без лошади-то может быть? Бурум-бурум. Ну же, давай, рожай уже наконец. Нет, только не коровий револьвер. Ну что, шериф с коровьим пестиком, смешно, да? Да я-то сейчас из этого пестика всех навозом расстреляю. Эй, диджей, дай-ка мне бита крутого. Козлиха степная! When it comes to her, you better keep it serious. Don't you dare say a single word, or I will strike you where it
Эй, голубь, хорош там на крыше гадить. Оу-е, чую, сейчас начнется эпик. Ну почему меня в конце вечно убивают?